Всем привет! Я Александра Соколова из Мерсина, а если быть точнее, из района Тадже, из комплекса, который завершается в своем строительстве. Здесь я хочу вам предложить рядом с морем, с вот таким вот замечательным, квартиру 3 плюс 1 с двумя санузлами, с гардеробной и вообще суперской локацией. Давайте рассматривать. Две квартиры на этаже, два лифта, и у нас есть такое у русских понятие, как колясочная, кладовая, вот такое пространство, персональное для вас. Это вход в квартиру. Эти трубы несут свет, а если быть точнее, тепло, газовое. У нас район Тадже газифицированный, нарядные двери, гостеприимно. Приглашают нас зайти в квартиру. В квартире у нас прихожая, встроенный шкаф, достаточно глубокий. На полу у нас красивенькая плитка, двухстворчатые двери. Приглашают нас зайти и ахнуть в кухню-гостиную. В этой зоне у нас будет ламинат. Вот он, мой хороший, в коробочках лежит. Вот такой вот нарядный ламинат будет у нас. Это наша терраса. На террасе газовый котел, вода, выводы электричества. При желании можно остеклить. Будет вот такая большая терраса. Рассмотрим кухню. На кухне пока нет фасадов, но уже понятно, что продумано место под всю технику. Здесь у нас каменная столешница. Будет окно над раковиной, как вы любите. Пишите комментарии, что вы любите. Я вам буду это предлагать. Смотрите, какие здесь красивенькие полочки для всяких аксессуарчиков. Большая зона кухни. Естественно, в зоне кухни у нас полплитка. Сложные потолки. От пола до потолка будет окно. И, конечно же, будет французский балкон. Ох, уходить не хочется. Ох, как красиво будет. Здесь мы можем подглядеть, какие будут фартук. Вот такой вот красивый фартук будет на кухне. Детали я оставляю всегда под видео. Вдруг я забылась и о чем-то забыла вам рассказать. Потом вспомнила и дописала под видео. Это наша детская комната. Разводки под отопление, под батареи. По средам базар на этой площадке. Метров 250 D400 трасса, но по Тадже у нас ходят автобусы. Ага, как вам размер? Большая раковина с зеркалом. Душ, унитаз, санузел большого размера. Вторая спальня. Здесь у нас сложные потолки, окно, балкон. Балкон будет с выводами под кондиционерные блоки. С вот такими видами на горы. Вот это у нас D400 на ход, где автобус вот сейчас прошел. Есть вид на море. И посмотрим. Хорошая фурнитура, качественные материалы, хорошо сделано. Родительская спальня большого размера. Рассмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть санузел полноценный, здесь будет раковина, есть унитаз и душ.
Вместе под батареей. Выводы все есть. Это у наша стиральная машина будет. Гардеробные, шкафы можно сделать. По сути, это обыгранный пожарный выход. Вот такая большая спальня. По полу покажу. Большой французский балкончик, чтобы было много света в квартире. Квартира распашонка на обе стороны дома. Терраса выходит на юг, спальня основная на север. Две спальни на запад. Не забудьте поделиться впечатлением о данной квартире. Что вы думаете о такой локации, о такой планировке, о таком предложении в принципе? Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии. Если остались вопросы и в инфобоксе под видео вы не нашли ответы на ваши вопросы, звоните мне на телефон и WhatsApp, телефоны появляются где-то на экране, либо там же всегда в инфобоксе под видео. Люблю, обнимаю, берегите себя, жду в Мерсине. Пока-пока!